продолжу рассказ о дикой фауне Лосиного острова. Второе в 2012 году посещение этого леса принесло всего одну довольно необычную встречу, которую вы увидите ближе к концу этой истории. Большую уже часть времени я снимал один из привычных и, наверное, легко доступных в это время года объектов. Однако используемое мной сейчас снаряжение позволяет снимать привычные вещи с недоступным прежде качеством. Зрительно приблизиться к моим персонажам так, как раньше было невозможно. Чтобы встретить обитателей леса, надо выйти с таким расчетом, чтобы на восходе солнца уже входить в лес. По дороге МКАД хорошо видно, как и откуда берется снег. Вот и первая встреча. Это певчий дрозд. Удачным можно считать то, как он освещен солнцем, и то, как он увлечен своей песней, совершенно не обращает на меня внимания. Это позволяет снимать его, спокойно выбрав ракурс. В отличие от соловьиной трели, составленной из ограниченного числа всем известных колениц, которая похожа на песню, певчий дрозд именно разговаривает. Когда я уже собирался уходить, компанию ему вдруг составил зяблик. Вероятно, они оба сейчас ищут пару и рекламируют себя, не щадя сил. Далеко впереди я увидел, как мне показалось, два картонных щита. В лесу сейчас ведутся землеустроительные работы, поэтому я почти не удивился им. Однако, по мере приближения, меня все больше беспокоила их форма. Я просто заставил себя остановиться и рассмотреть щиты с максимальным приближением. Это оказались часовые большого оленьего стада. Сейчас вы можете оценить их способность неподвижно замирать. Поскольку я остановился, прежде чем пересек предельно допустимую дистанцию, это позволило мне спокойно следовать за стадом и снимать пасущихся животных.
Сейчас, в апреле, рога на головах самцов оленей достигают своего максимального размера и вскоре будут ими сброшены. Размер рога и количество его ответвлений позволяют судить о возрасте носителя. Однако неправильно думать, что оленю столько лет, сколько концов на его рогах. Наверняка олени живут лет по 10-15, однако вы никогда не встретите оленя с 15 пальцами на рогах. Заранее обещанная, необычная встреча. Мне очень интересно, как быстро вы угадаете эту птицу, особенно если учесть, что все вы много раз о ней слышали, но видеть, скорее всего, могли разве что на картинке. Угадали? Да, это, конечно, кукушка. Ящерицы с детства были моей слабостью, и сейчас они как раз начали появляться в лесу. Но стоило мне только начать снимать ее, как городская жизнь напомнила о себе. Таким образом, ящерицы и, наверное, другие животные – это темы, которые можно будет более пристально рассмотреть во время следующих посещений Лосиного острова.